Шпоры и Сан-Антонио потерпели третье поражение подряд. В матче регулярного чемпионата НБА они уступили Лос-Анджелес Клиперс 116-111. Не спасли шпоры 34 очка, набранные Демаром Дерозаном. Атакующий защитник Сан-Антонио стал самым результативным игроком этой встречи. Его товарищ по команде Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 10 очков и 16 подборов. По итогам матча Клиперс укрепили позиции в турнирной таблице Западной конференции. Они идут на четвертом месте, а шпоры девятые, и в зону плей-офф они пока не попадают. Хьюстон Рокетс разгромили действующих чемпионов НБА Golden State Warriors. Матч, который прошел на площадке Ракет, завершился со счетом 107-86. Больше всех в этой игре отметился разыгрывающий защитник Хьюстона Джеймс Харден. Он принес своей команде 27 очков. Воины уступили противникам четвертый раз в этом сезоне. Притом три поражения они потерпели в пяти последних матчах. Но, несмотря на результат этой встречи, Warriors возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. А вот Хьюстон до зоны плей-офф пока не удалось добраться. Они идут 12-ми.